يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا قابل التوبات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا قابل التوبات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. Уважаемые наши телезрители, приветствуем вас на нашем телеканале Хади ТВ 3. Вновь поздравляем вас с этим прекрасным месяцем, месяцем Рамазан. Помимо этого прекрасного месяца, также сегодня прекрасный день, день рождения имам Хасан алейхиссалам. Это второй имам из семейства непорочных. О нем можно говорить много, но так как наши передачи именно посвящены проповеди посланника Аллаха месяца Рамазан, мы не сможем затронуть именно тему жизни и биографии имама Хасана. Можно в качестве подарка для наших телезрителей сказать именно хадис от имама Хасана, алейхиссалам. Однажды к имаму Хасану пришел его сподвижник по имени Абдуллах и сказал, что «я являюсь вашим шиитом», то есть вашим последователем. На что имам Хасан сказал: «Если ты не совершаешь грехи, ты имеешь право себя таким считать, то есть ты имеешь право себя считать шиитом. Но если ты совершаешь грехи, то не прибавляй себе еще грех тем, что ты называешь себя нашим шиитом, так как тот, кто совершает грехи, он не может быть нашим шиитом. И когда он называет себя таковым, то он совершает грех. Поэтому я призываю всех наших телезрителей, всех мусульман быть истинными шиитами наших непорочных». На этом я передаю слово нашему гостю, Ходжат Алислам Валь Муслимин, шейх Курбан. Ассаламу алейкум, шейх Курбан. Алейкум ассалам, рахматуллах. Шейх Курбан, как мы говорили на прошлой передаче, именно о том, что нельзя совершать грехи языком, и также нельзя совершать грехи ушами, то есть слушать сплетни, слушать музыку и так далее. Возможно, продолжить с того момента, на чем мы остановились. Ауду билляхи минаш шайтанир раджим, бисмиллахи рахманир рахим, ва бихи настаин, ва хуа хайру насирин, ва муин. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. Я прежде всего приветствую дорогих телезрителей Хади ТВ 3 и присоединяюсь к вашим поздравлениям. Я поздравляю всех мусульман и в частности последователей и сторонников непорочного семейства пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям с этим благословенным днем. Его светлость имам Хасан аль-Муштаба алейхиссалату вассалам был старшим внуком его светлости пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям и вторым непорочным имамом, вторым руководителем мусульманской уммы после его светлости пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Но, к сожалению, в отношении него, после его светлости, пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, так же, как и в отношении его благословенного отца, алейхиссалату ва саллям, было совершено множество несправедливостей, к большому сожалению. Я хотел бы коснуться того предания, которое озвучили вы от его светлости имама Хасана, алейхиссалату ва саллям, по поводу шиитов. Слово «шия» необходимо заметить, что я очень коротко скажу по поводу этого предания. Слово «шия» в арабском языке означает, ну, мы переводим обычно как последователь, сторонник и так далее, партия иногда. Но дело в том, что, наверное, не найдется в русском языке точного слова, которое могло бы передать значение слова «шия». «Шия» означает «ступающий по пятам». То есть, если человек идет по определенному пути, тот, кто идет по тому же пути, ну, если говорить в изначальном смысле его, если шел человек, и за ним шел человек, другой человек, который наступал на следы перед идущего, так что казалось, что шел один человек, прошел здесь всего лишь один человек. Допустим, если это было бы какое-нибудь грязное место, где остаются следы ног, то сложилось бы впечатление, что всего лишь один человек прошел, не два человека, то это называлось бы именно так, что он шия, то есть он ступающий по пятам. И
глагол, который обозначал бы это действие, имеет один корень со словом «шия». То есть имеет один корень. И поэтому, когда его светлость говорит «шия», не называйте себя нашим шиитом, он имеет в виду в буквальном смысле «шия», потому что изначально в буквальном смысле использовалось это слово. Сейчас это слово, конечно, чуть-чуть изменилось, и под этим словом мы сейчас подразумеваем нечто другое. То есть мы подразумеваем веру в определенную и приверженность к определенным идеологическим принципам. И когда его светлость говорит «не называйте себя нашим шиитом», он не имеет в виду, что именно «не называйте себя сторонниками той или иной идеи, той или иной идеологии», того или иного религиозного учения. Да, он имеет в виду... в этом хадисе именно и говорит, что если вы хотите, вы можете называть себя теми, кто любит нас. То есть вы говорите, что любите нас, но не говорите, что вы шииты. Да, то есть здесь имеется в виду буквально значение шия, что поступать по пятам. И человек, который не совершает тех благих деяний, которые совершали непорочные, и не воздерживается от грехов, от которых воздерживались непорочные, он не имеет права, это с буквальной точки зрения, с буквальной точки зрения смысла этого слова, он не имеет права себя так называть. Это неправильно, это просто будет ложью. Ну, а здесь может возникнуть сомнение, что ведь они же были непорочными, если кто-то был бы по-настоящему его шиитом, то тот тоже был бы непорочным. Но дело в том, что есть разница между непорочным и человеком, который не совершает грехов. Это разные люди. Непорочный – это тот человек, который не то что не совершает грехов, он не может совершить грехов. Он не может, он огражден, он защищен. То есть у него есть такая сила, которая ограждает его от совершения. Это его сила, это его знание, это его богобоязненность и так далее. В первую очередь богобоязненность, потому что если мы «тагватуллах», «таква», если переведем, мы переводим как «богобоязненность», но «таква» не означает «богобоязненность». Таква означает защиту. То есть таква – это вещь, которая, это нечто внутри человека, в душе человека, которое защищает его от ослушания Бога. Ну, мы переводим как богобоязненность, как, переводим как страх. Но, Не в коем случае. Таква – это нечто большее, чем, то есть более широкое значение имеет, нежели страх. Это защита, это некий щит. Можно перевести как щит, но в русском языке щит не используется. И как бы таква уже стала неким термином в религиозном значении. Но ни в коем случае нельзя сказать, что они принуждены к тому, чтобы не совершать грехи. Нет, они не принуждены, они свободно и добровольно выбирают это. Но при этом у них есть, вы представьте себе врача, хотя это происходит, но опять-таки, представьте себе врача, который прекрасно знает о вреде, ну, например, сладостей, или же знает о вреде, не знаю, курение, прекраснейшим образом знает и владеет своей душой, владеет собственным поведением, не подвержен каким-то желаниям. Он, будет ли он курить, будет ли использовать сигареты, или же будет ли кушать много сладкого? Нет, конечно. Ну да, мы видим врачей, которые курят, мы видим и так далее. Они, зная о том, что это вредно, они курят. Ну, потому что здесь знаний недостаточно, надо еще и владеть собой. Так вот, непорочные – это люди, которые, несмотря на свободу воли, которая у них имеется, потому что они также являются людьми, они ограждены от грехов своим знанием, своей богобоязненностью и владением самим собой. У них есть достаточно воли, чтобы владеть самим собой и контролировать свои действия. В отличие от простых людей, которые порой не могут себя контролировать. Они понимают, что это плохо, этого нельзя делать, но контролировать себя не могут. Это часто происходит с нами. Очень часто. Так вот, разница между непорочным и обычным человеком не в том, что непорочные не совершают грехов, а обычные люди совершают грехи. Нет, обычные люди... Тоже можем среди обычных людей найти людей, которые не совершали грехи. Ну, например, в качестве примера его светлость Абуль-Фадль Аббас, сын имама Али алейхи салям. Он не был непорочным, но можем ли мы сказать, что он был грешником, совершал грехи, какие-то ошибки совершал? Нет. Даже можно взять не из семейства, например, Салман Фарси, например. А Салман Фарси, который был настоящим шиитом, или же Абу-Зар, который был настоящим шиитом, и они их называли шиитами непорочных, имама Али, алейхиссалату вассалам, например.
Поэтому разница не в этом. Разница в том, что один огражден, а второй нет. Второй может оказаться в такой ситуации, что совершит грех. То есть он может оказаться в такой ситуации, в таком испытании, что и он не сможет выдержать. Но это не значит, что он в своей жизни совершает грехи. Он может за всю свою жизнь не совершить ни одного греха, но при этом быть порочным, то есть не быть непорочным. Это то, по поводу, мы немножко отвлеклись, конечно. Да, но можно именно присоединиться к той теме, о которой мы говорили, то, что истинный шиит, он будет воздерживаться от того, к чему призывает пророк в этой своей проповеди. Естественно. Шиит в истинном значении этого слова. Шия, как ступающий по пятам. Ну, а большинство из тех, которых мы сегодня принято называть шиитами, они, естественно, таковыми не являются. Это шииты в другом значении, в терминологическом значении, которое... то значение, которое сегодня приобрело это слово «шиит». Оно приобрело это сегодня. Прежде этим значением оно не обладало во времена имамов. Имамы, говоря «шия», они использовали именно человека, который ступает за ними. По пятам ступает. Но, к великому сожалению, сегодня многие, как вы сказали, уже шиитами себя называют, но, например, слушают музыку, слушают сплетни и сами сквернословят, да, и так далее. Да, как раз-таки, возвращаясь к проповеди его светлости пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, мы остановились на том, что его светлость говорила «Худду амма ала яхиллю ль-истимау илейхи асма'акум». То есть воздерживайтесь от прослушивания того, что не разрешено прослушивать, не разрешено слушать. Мы привели в качестве примера, один из примеров, например, сплетни. Человек слушает сплетни – это грех. Нужно воздерживаться. Но более опасным, не менее, по крайней мере, опасным на сегодняшний день является прослушивание музыки. Музыка – одно из бедствий современности. Создает в обществе халатность, легкомысленность, что хуже всего. Люди становятся легкомысленными, относятся ко всему просто как-то, ну и что? Как, вот такое, какое-то такое отношение у человека создается. Все это музыка. Несерьезное отношение к жизни, халатное отношение к жизни. И к собственному будущему, и к собственному окружению, к собственным родственникам, к собственным близким. Человек забывается, он перед ним стирается грань между реальностью и вымышленным миром, выдуманным миром, между его желаниями стирается, и возникает ощущение у человека, как будто он живет не в том мире, то есть он представляет мир не таким, каким он является. Теряется в этом мире. Теряется именно. Все это воздействие музыки, и помимо этого есть очень много чего можно говорить о пагубных действиях музыки. Например, то, что мы упоминали ранее. Через музыку сейчас человеку прививают образ жизни, одежду, как ему одеваться. Если раньше, до музыки, до знакомства с определенным музыкальным течением, с определенным музыкальным жанром, человеку нельзя было навязать ту или иную одежду, то или иное одеяние, ту или иную модель поведения, тот или иной образ жизни, то с музыкой это становится с музыкой. Это становится очень легко. Попадает на этот путь, и уже одежда его меняется, и уже образ жизни, образ мыслей, образ поведения, модель поведения, все это меняется очень легко. То есть навязывается человеку через музыку много чего. Через музыку как можно навязать хорошее, так можно и навязать плохое. Например, Всевышний ведь использует музыку в его широком значении, конечно же. Музыка, как, например... Можно к этому отнести чтение Корана красивое? Да-да, вот я как раз про это и говорил, что Коран в своем каком-то отношении является музыкой. То есть музыкой не в том узком значении, которое мы сегодня принято понимать, а как использование звуков, использование тонов разных, когда варьируются эти тона, варьируются эти звуки от низкого к высокому и так далее, когда частотами играют, чтобы создавать определенные ощущения, так в Коране это все используется. Но зачем Всевышний использует это звучание, музыкальное звучание в Священном Коране? Чтобы воспитывать людей. Так это же звучание мы можем использовать для других целей, для того, чтобы
губить людей, уничтожать их. Уважаемый Шейх Гурбан, мы прерываемся на небольшую паузу, после которой продолжим. Уважаемые телезрители, мы прерываемся на небольшую паузу, после которой продолжим данную тему. Уважаемые телезрители, мы прерывались на небольшую паузу, до которой говорили о вреде музыки и о пользе музыки, как можно в пользу, во благо использовать музыку, то есть и как ее использует Аллах, имеется в виду, как Шейх Гурбан сказал, Коран читается красивым образом. Также можно использовать музыку во вред человеку. Уважаемый Шейх Гурбан, можно продолжить данную тему. Да, какие, в принципе, используются в современном мире. Музыка используется для того, чтобы навязывать пагубный образ жизни. И многое из того, что невозможно было в 18, 17, 16 веках навязать человеку, сегодня очень легко навязывать. И даже более того, человек радуется от этих деяний. Если то, что человек 16 века испытывал бы те деяния, которым человек 16 века испытывал отвращение, то сегодня это, к этим же деяниям современные многие молодые люди испытывают притяжение, испытывают симпатию. Это как насилие, например, насилие. Некоторые жанры музыки навязывают любовь и стремление, и привязанность к насилию, некую такую симпатию к насилию. Даже в клипах, например, привязывают к музыке. Да, то есть это разным образом. Это в словах, это в изображениях и так далее, и в поведении, как эти исполнители себя ведут. Везде, во всем. Но помимо этого, помимо того, что нравственно разлагает это человечество, конечно же, говоря о музыке, мы не говорим о любой музыке, мы говорим о 99,9% музыки. Есть очень небольшое количество, очень небольшой процент музыки, которая может, наоборот, помочь человеку, помочь ему в усовершенствовании. Но сколько такое? Можно ли встретить обычно? Обычно мы этого не встретим. То есть это очень большое исключение. Очень большая редкость. О ней даже не приходится говорить порой, насколько это большая редкость. Поэтому, конечно, говоря о музыке, мы говорим о тех 99,9%. Об абсолютном большинстве. Так вот, эта музыка, помимо того, что разлагает нравственное человечество, это вне всякого сомнения, любой более или менее честный, справедливый, имеющий совесть человек убедится в этом, в том, что эта музыка, создаваемая современными исполнителями, группами и так далее, современная музыкальная индустрия, она нацелена. Некоторые говорят, но ведь это же творчество, человек вот так вот чувствует. Но почему же люди не говорят то, что им придет на голову, в голову? Почему им не придет в голову, они не выражают везде, где попало? Почему они не говорят то, что они думают всегда? Ведь это тоже приходит им в голову, то что нужно излагать и выплескивать наружу все, что человек чувствует и приходит ему на голову? То, что ему приходит в голову? Нет, конечно, человек должен смотреть, что нужно, что можно, что нельзя. Нельзя не потому, что кто-то так, кому-то это не понравится. Он должен иметь собственный рычаг, который контролировал бы его самого. Он сам должен какой-то нравственные пределы и преграды для себя иметь. Совершенно верно. Даже вот помимо того, что это является вредом для человека, так же это является большим грехом, как вы уже упомянули. Конечно же, и приказ, то есть его светлость пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, в этой проповеди приказывает, говорит, воздерживайтесь, то есть и говорит, не разрешено это слушать. И в качестве примера, вот неразрешенного Богом, это как раз таки вот эта вот музыка. Помню, как-то читал в одной исламской литературе, где один
из известных исламских деятелей в России пишет о том, что музыка, как бы, если ее слушать тихо, то она разрешена. Так вот, это меня рассмешило, конечно, одним образом, так как музыка, каким образом ты бы ее не слышал, она тебе вредит, будь она тихо звучит или громко звучит, так как тот смысл, который она несет в себе, и то влияние, она не внесет. Ну, несет если говорить независимо. О том, что она настолько тихая, что ее не слышно, например, если об этом говорить, ну, может, он и прав. Не, он не это имел в виду, он имел в виду, чтобы там прям не разрывал уши. А, что если не очень громко, а, не в этом, ну, конечно не очень громко. Ну, это, конечно же, как говорится, высосано из пальца, то есть ниоткуда. Это как бы абсолютно беспочвенно и не имеющее каких-то подтверждений. А музыка запрещена вне зависимости от того, хорошо ли ее человек слышит или же это... Это как сплетни. Если тихо слышит, то ничего страшного. Да, то есть это запрещено в том или ином случае. Ну, помимо этого, как бы, помимо музыки, конечно же, есть визуальная пропаганда тоже. Ведется, нужно также об этом упомянуть. Человек смотрит фильмы. Вот мы как бы очень часто критикуем или негативно относимся к голливудскому продукту, например. Но если мы посмотрим на современный мир, то посмотрим, что увидим, что голливудский продукт как раз-таки не самый худший из всех. Например, посмотрите, что вытворяют турецкие киноделы или же российские киноделы. Я иногда интересуюсь просто... приходится сталкиваться в тех или иных случаях. И поверьте мне, вот эти вот продукты во много раз хуже, чем голливудский продукт. Я не знаю, в чем причина, в чем секрет. Может, Голливуд уже прошел эту стадию деградации, может, просто Голливуд уже деградировал западноамериканское общество и уже не видят нужду в том, чтобы таким образом создавать продукт. А эти общества, то есть российское общество, туркоязычное общество, которое заключается, кстати, не только в турецком. Есть и многие других стран, в основном которые... известный сериал турецкий является в мире. Да, и может просто эти общества не так деградированы, еще есть нужда в том, чтобы ее деградировать. Я не знаю, в чем причина, но они хуже. Они хуже, как будто специально аморальность персонажей подчеркивается. Как будто даже положительному персонажу приписывается даже положительному персонажу, даже у положительного персонажа подчеркивается что-то очень омерзительное. Чтобы навязать касается, людям. Да, это касается, кстати, не только российских, турецких, европейских, например, британский продукт, не американский, британский продукт тоже отличается омерзительностью, просто зашкаливающей омерзительностью. Это, поэтому это тоже нужно учитывать, это тоже нужно... порой иногда дело даже не идет о том, чтобы смотреть или не смотреть. Порой иногда идет о том, чтобы понимать и не поддаваться влиянию. Потому что иногда человек может быть вынужден слышать что-либо. Понимаете, человек живет в городе, где вечно звучит какая-то музыка на улице. Там, это невозможно избежать этого всего. Речь поэтому не всегда идет о том, чтобы не слушать. Речь идет о том, чтобы не быть под влиянием и стремиться к тому, чтобы не попасть под это влияние. Быть свободным. Быть более свободным от этого влияния. Быть более бдительным. Быть более осведомленным в этих вопросах. Ну, помимо этого, я что хотел подчеркнуть, что это все, эта музыка, я имею в виду про музыку, эта музыка влияет не только на нравственность человека, она влияет и на физическое здоровье человека. Если вы немножко поинтересуетесь медицинскими данными в этом вопросе, то известно, что люди, которые много слушают музыку, они чаще всего, больше всего обладают, страдают сердечными болезнями. То есть сердце в результате прослушивания музыки очень сильно страдает. Это факт. И многие врачи, которые знают, то есть являются именно специалистами в этой области, вы заметите, что они избегают музыку всячески. Мы даже видели опыты над водой, когда показывают влияние музыки на молекулы воды, как они изменяются. Ну, дело в том, что когда человек прослушает музыку, у него сердцебиение учащается, то есть пульс учащается, и сердце работает быстрее.
Но это в обычных условиях, в неэкстремальных условиях, когда человек просто сидит или в машине сидит, или в метро сидит, просто сидит, не двигается. Когда он бегает, когда он занимается чем-то активным, это не вредно, когда сердце, пульс учащается. Но когда человек просто в пассивном состоянии находится, не двигается, за рулем едет, может даже заметить. Лежит на кровати, например. Или в метро, или просто сидит, читает что-то, или же просто на кровати, как вы сказали, лежит. В такой ситуации, когда он слушает музыку, ему хочется что-то делать. Но он не может. За рулем что он может сделать? Он же не может взять, побежать или двигаться. Не может. А вот это вот прибавляет скорость. Ну, например, нажимает на газ. Ну, об этом мы не будем говорить. Пульс учащается. В свою очередь, это очень-очень опасно для человека, для физического здоровья. Поэтому опасность... Здесь даже не заключено только в моральном разложении, то, что это нравственно плохо влияет на человека, человек теряется в реальности. И для него реальность уже приобретает не такие четкие грани, как его вымысел, его иллюзии. Он живет иллюзиями, живет вообще в другом мире, не в том, в котором живут все остальные люди. Помимо этого, это также наносит огромный физический вред. Но я про это долго не буду говорить, пусть люди сами поинтересуются, насколько вредно человеку, когда он находится в пассивном состоянии, но при этом у него пульс учащается. Просто поинтересуйтесь у врачей. Слава богу, сейчас есть онлайн-консультации, где врачи очень быстро и подробно и бесплатно могут помочь в этих вопросах. Просто выясните, насколько это вредно. И вы убедитесь, что физический вред тоже колоссален от прослушивания музыки. И здесь уже, на самом деле, от любой музыки, вне зависимости уже дозволенная, недозволенная. Она, любая музыка, любой звук, вот эти тона, они учащают пульс и, конечно же, являются смертельно опасными порой для человека, который находится в пассивном состоянии. Уважаемый шейх Курбан, спасибо большое за такую полезную информацию, но наша передача подошла к концу. Ассаламу алейкум. Алейкум ассаламу рахматуллах. Уважаемые телезрители, надеемся, что эта информация была очень полезна для вас, но наша передача подошла к концу, и мы вынуждены с вами попрощаться на этом. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Я муджиб ад-дауати, я рафи' ад-даражати, я вали аль-хасанати, я кабил ад-таубати, я муджиб ад-дауати.